Христос воскрес! Вот правда, что кто-то сейчас нет, а не споткнулся здесь, а Володя. Не стараться. Христос воскрес! А что мы сели? Игнатий Тихонович, можешь стаканчики достать? Вон под стул. Костюм поставишь. Ты подсоединись к этому, потом Ребятишки, стаканчики мало. Стаканов мало. Братья и сестры берут с собой больше, чем один на двоих стакан. Варя, скажи здесь, Володя, на камеру. Христос воскрес. Ну скажи. Ты же мне еще чуть-чуть не говорил. Серьезно. Христос воскрес. Воистину воскрес. Они же Христос воскрес. Ты-то похудел хоть? Нисколько. На сколько килограмм? Надо смотреть. Что пьем-то? За стол, давай, молитесь. Что пьем? Христос воскрес из мертвых, смерти смех попрал, и сущего грабежи год даровал. Христос воскрес из мертвых, смерти смех попрал, и сущего грабежи год даровал. Христос воскрес из мертвых, смерти смех попрал, и сущего грабежи год даровал. Отец наш небесный, молим Тебя, благослови наше собрание, благослови нашу трапезу, благодарим Тебя за великие милости Твои к нам. Тебе славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. Рассаживаю всех. Ну, пойдите, куда-то не нужно сейчас будет здесь. Так, за стол. Быстро, за стол. За стол. Пока не начали есть, у меня объявление было, чтобы когда ели, вспомнили, что среди нас нет двух людей. Виктор Андреевич, я попрошу внимания, совершенно необычное заявление поступило. Считай вслух, с выражением. Заявление. Мы, православная семья Козловых, православный христианин Сергей Георгиевич Козлов и православная христианка Татьяна Ильинична Козлова, обращаемся к православной общине имени Анфима Никомедийского. По Рождеству Христовому казнен гонителями в поселке Потеряевка в 302 году.
Мамонтовского района Алтайского края. Просим принять нас в члены вашей общины, пока без вида на жительство на территории деревни Потеряевка. Но не исключая такой возможности, что мы можем стать полноценными жителями деревни в будущем. Обязуемся добросовестно исполнять устав общины и быть полезными в служении людям и Богу. 12 апреля 2017 года. Подписи. Подпись, он сам. Крест. Это парализованный. Закон крестик поставил. Вот посмотрите. Вот какой документ необыкновенный. Таких заявлений у меня нынче уже сколько было, и я просто решил это просчитать. Так что вот у нас это стражи будут. Это парализованный, о котором говорил. 14 лет совершенно недвижимый лежит в Воронежской области. Воронеже, в самом Воронеже. Воронеже. В самом городе Воронеже. Батюшка у него был, крестили его нынче. В прошлом году. Вот, позапрошлом году. Вот так. Позапрошлом году вы крестили. Не забывайте, молитесь всегда о нем, помните о нем, о рабе Сергии и его матери Татьяне. Если они примут решение, там в деревне будете голосовать, примет. Помним наших болящих. Татьяну, которая болеет серьезно, тяжело болеет, не смогла сегодня быть с нами. Помним брата Игоря нашего, который тоже, я думал, что он будет уже читать сегодня Деяния апостолов с нами. Оказалось, что он еще в больнице, я ему позвонил. Может быть, его только во вторник выпишут. У него серьезное состояние, молитесь о нем тоже, Господь его, чтобы исцелил. И о других болящих наших братьях и сестрах, чтобы Господь помог им в преодолении всех их болезней, всех невзгод земных. Садись. Садись.